человеческая свобода есть труд, труд и терпение. Других рецептов нету. А цивилизация позволяет, пока ты трудишься и терпишь, и пока ты подвесил в воздухе нечто, что должно пройти движение, что тебя не убьют до того, как это пройдет движение. Вот о чем я говорю. Что человек жалкое и слабое существо, и особенно страшно тогда, когда ему даже шанс не дают. Шанс. А цивилизационный механизм есть давание шанса. Не само дело, а лишь шанса. Ну, знаете, как это... Один еврей играл в лотерею, все жаловался, что выигрывали соседние, он жаловался один раз, два, тридцать пять раз, наконец разверзлись небеса, и Бог, к которому обращался еврей, грозя туда кулаком, сказал: слушай, Словович Рабинович, ты хотя бы один билет купи. Так вот мы часто не хотим даже билет купить, или кто-то не хочет нам дать билет. Шанс. Вот о чем я думаю.